Основное это хорошенько сделать разминку перед любой тренировкой. И самое важное, ребята, это систематически заниматься. Неважно. Зал, улица, воркаут, либо какие-то единоборства, либо вы все совмещаете вместе. Абсолютно неважно, чем вы занимаетесь, еще раз повторюсь. Главное, чтобы это приносило пользу вашему организму в целом, формировало вас физически, ментально, подпитывало ваш дух. Это очень важно на самом деле. Многие не понимают, что они делают. Они тренируются 2 недели, исчезают на 2 месяца. Приходят потом снова. Знаете, это абсолютно неправильная программа какая-то выбранная, прочитанная. Они смотрят в основном какие-то ролики, которые их там смотивировали на 10 тренировок, а дальше их не хватает. Потому что после этого они обязательно сдают. Они сдают, потому что у них не хватает вот этого вот запала. Он очень короткий. Понимаете, нету стержня. То есть человек не видит результата. Ты 20 лет, 25, 30, 35 жал все подряд, пил что хотел, вел разгульный образ жизни и решил заняться спортом. Круто. Результаты не увидел через 2 недели и бросаешь. А кто сказал, что он будет через 2 недели или через 2 месяца? Полгода, год, 2 года. Вот тогда будет результат. Хотите быстрый результат, вообще забросьте эту идею. В общем, сегодня что мы делаем? У нас сегодня тренировка специально посвящена любителям единоборств, борьбы в целом. Тем ребятам, которые не знают, как делать ОФП, скажем так, общая физическая подготовка, хорошо подвести себя физически к соревнованиям. Если у вас скоро соревнования, вы не хотите работать железом, то сегодня мы будем показывать, как это делать. Первое, что я буду сегодня делать. В общем, сегодня у меня толчок с сэндбэгом будет 5 повторений. Затем я буду делать приседания 10 повторений. Затем вращение диска вокруг головы вправо-влево по 5 на каждую сторону, 10 повторений. 10 отжиманий, и у меня будет отдых. Отдых будет 1-2 минуты. Если я не восстановлюсь в течение этого времени, то и 3 минуты. Но 3 минуты, я думаю, для меня это будет много, поэтому я буду управляться примерно 1-1.5 минуты. Вот так вот я буду восстанавливаться. В принципе, я бы мог восстановиться и за 1 минуту, но мы должны отдыхать, потому что, чтобы это все было на пользу. В общем, разговаривать не будем. С Богом, Божьей помощью. Поехали, ребята, начнем. Толчки у меня получились в виде трастеров. Первый я сделал так, потому что, в принципе, те толчки я особо и не почувствовал. Чтобы чуть-чуть устать, чтобы разогнать кровь. И отсюда работаем. Взяли диск.
кто-то там говорит, нужно делать с диском до тех пор, пока там не забьется или еще что-то. Прошу не забывать временные кондиции и для чего вы все это делаете. Это очень важно. У меня отжимания с узкими постановками рук, потому что я работаю на трицепс в большей степени какого-то акцентированного. Сейчас упора на отжимания у меня нету. Сейчас мы делаем общий упор на упражнения разного вида, как вы видите, те упражнения, которые помогают развить ваше тело, выносливость общую. Почему говорят, вот он там дышит плохо или еще что-то? От этого не зависит, как вы дышите, ваша выносливость. Вы можете дышать, как сибирская лайка. Ваша выносливость от этого не падает. Я могу дышать, как будто я задыхаюсь, но от этого моя выносливость, поверьте, ни на капельку вообще не уменьшается, потому что я просто так дышу, мне так удобно. Если нужно будет работать 2-3 часа, я буду работать 2-3 часа, без проблем. Приседания, почему мы передвигаемся? Во-первых, ноги работают разносторонне, и вы думаете о передвиганиях тоже. Делать 10 подхода позади. Сейчас жарко очень, но оправданий нет вообще никаких. Раньше при постоянной борьбе мы набаривались постоянно, и даже в таких ситуациях, знаете, когда ты вот набариваешься постоянно, у тебя выносливость сильно. Но стоит тебе поменять зал на улицу, как кислород меняется, и вместе с этим у тебя реакция на это тоже меняется. То есть на улице ты по-другому реагируешь на все тренировки. Поэтому надо менять постоянно что-то. Мне говорят, вот если я буду делать там вот это с этим, то есть там мне 10 ударов
кувалды, 10 подтягиваний, там минута работаешь, кто отжимания и так далее. И вот так вот 5 подходов, и вот так вот я делаю там каждый день и так далее. Этого достаточно? Вот так можно делать? Почему именно так? Почему нельзя поменять что-то? Почему нельзя сделать 25 ударов? Или просто в этот день выбрать, тупо поставить полчаса, 5 минут отработал, 2 минуты отдых, снова 5 минут отработал, снова 2 минуты отдых на кувалде. Или выбрать себе чисто турник и на турнике пропахать. Или 2-3 упражнения совместить, сделать их как-то в скоростном режиме. Или менять постоянно, ребята. Или должно быть очень много. Фантазия должна работать. Теперь будем приседать. Чувствуете пульс прямо в висках или еще что-то, показатели именно, что у вас прямо сбивается дыхание. Обязательно чуть-чуть отдохнули, подготовились к подходу и работаем дальше. Оправданий вообще нет. Никаких. Вообще никаких оправданий нет. Если ты жив, здоров, то ты пашешь, как конь. Кто-то говорит: о, я же не тренируюсь, как ты, профессионально. Я же просто для себя. А я для кого? Для людей, для своей матери. Для кого я это делаю? Для себя. Себя любимого, чтобы рубашки хорошо сидели, чтобы не отплатить, чтобы мотивировать людей, чтобы быть готовым ко всему, чтобы защищать своих близких, родных. Для чего? Чтобы быть здоровым. Миллион ответов на этот вопрос. И все они будут положительны и оправданы. А ты что будешь говорить? Я же не профессионально, поэтому я пошел один раз в эту неделю. Через месяц я пойду еще. Подумаешь, я еще молодой. Чувак, время работает не на тебя. Поверь мне, и не на меня тоже. Поэтому надо конкретно пахать, как конь. Ребята, как я могу менять все, что мне хочется,
тренировочном процессе. Теперь я просто буду шагать вправо и влево и приседать. Забудьте про это, про всякие ограничения. Ребята, только еще один пример. Только для вас, то, как я делал это упражнение, чтобы отключать ноги и работал чисто корпус, для того, чтобы таким образом корпус сильно развивается и нагрузка на ноги отсутствует вообще. Вот это чистое упражнение, усложненный вариант, вот отсюда. Здесь работает только плечевой, даже поясничный отдел особо не включается, соответственно широчайший помогает, работает именно дельтовидный, трапециевидный включается за счет передвижения широчайший, но трапециевидный, именно ромбовидные мышцы, они включаются незначительно. Поэтому, чтобы не начинали всякие споры, о, это не включается, это включается. Я специально для компьютерных гениев объясняю, что при работе вашего тела включаются практически все мышцы. Все зависит от того, какое упражнение вы делаете и на что у вас идет акцент. Теперь быстренько пройдемся. Толчок. Первое упражнение. Мы делаем на 5 повторений. Сложность выбираете. Можете делать как траста с приседом и выкидывать. Можете до конца опускать. Взял, поднял, выбросил. Либо отсюда уже с бедра поднял, выбросил на бедро. Поднял, выбросил на бедро. 5 раз сделал, затем приседание. Приседание можете варьировать в бок передвижение, потому что поверхность неровная. Это тоже очень усложняет приседание. Делайте прямо назад, в бок, в левый, в правый. То есть усложняете себе работу. Вращение диска. Приседание у нас 10, вращение диска. 5 в одну, 5 в другую. Не нужно говорить, мне недостаточно, я буду делать больше. Если тебе недостаточно стоя, сядь и ты убедишься, что тебе достаточно по 5 в каждую сторону. Возьми диск побольше, если тебе недостаточно. Главное, чтобы соблюдали технику. Если ты будешь говорить при качании бицепса, грубо говоря, что у тебя особо бицепс не работает, ну, конечно, он не работает, потому что бицепс здесь вообще не включен. Здесь ноги работают, поясница работает, все тело работает. Вот работа бицепса, грубо говоря. Поэтому все зависит от техники, как вы будете делать. В общем, ребята, вот такая вот тренировочка. Сейчас
если я не ошибаюсь. Кость, сколько времени? 9 почти. Есть уже 9. 9 часов. Как увидите, 4 подхода. Этого достаточно. Чуть-чуть растянусь, пройдусь и поеду домой спать. Режим пытаюсь соблюдать, по крайней мере, если взять в отличие от того, как я не соблюдал раньше. Сейчас я соблюдаю. В общем, вот так вот, ребята, тренируемся, усложняем свои тренировки, облегчаем их, варьируем, становимся лучше, не слушаем всяких гусей, всяких индюков, людей, которые никогда ничего не добивались, не добьются, которые просто критикуют. Больше у них ни на что, ни мозгов не хватает, ни, скажем так, душка не хватает. Поэтому мы на них не похожи. Мы похожи только на себя. Не ищите себе идеалов, создавайте себя сами. До свидания, до скорых встреч. С вами был я, Мамед Исаев.